До Нового года остается чуть меньше 2 недель, и в Тамбове уже начинается череда мероприятий, которые подарят жителям хорошее настроение. Детская филармония одна из первых покажет музыкальное представление «Волшебное приключение в сказке». На одной из репетиций побывала наш корреспондент Елена Хромова. Новый год – один из любимых праздников всех поколений. От него ждут исполнения желаний, чудес и, конечно же, подарков. И если обычно праздничное настроение для детей создают актеры театра, то здесь все наоборот. На протяжении многих лет детская филармония дает не менее 16 новогодних представлений. Что ни день, то аншлаги. Ярко, зрелищно, звонко. Так проходит каждое представление детской филармонии. В этом году ребята покажут всем знакомую сказку «Морозко» на новый лад, и она станет волшебным приключением. Для кого-то это первое испытание на прочность, ведь артистам придется выходить к зрителю порой по несколько раз в день. Но для Вари такой сценический экзамен – привычное дело. Батарейка, она не садится, потому что у нас присутствует перерыв. Но на первое представление ты выходишь один, а на второе совсем другой. Другие чувства испытываешь. Тот же самый мандраж, он присутствует. Но это все мне так нравится, что я очень это все люблю. Александре 10 лет, из них 5 она на сцене детской филармонии. Сказкам больше предпочитает детективы, но несмотря на то, что детям хочется казаться взрослыми, она верит, что Дед Мороз существует, ждет Новый год и, выходя к зрителям, по-настоящему погружается в сказку. Так-то я верю в Деда Мороза, и когда я просто выступаю на сцене, я чувствую себя как в сказке, как будто я в сказку попала, и вот рядом со Снегурочкой, с Дедом Морозом мы просто близкие друзья. Перерыв не для отдыха, а для работы над ошибками. Ведь на прогонах впервые приходится осваивать реквизит, в котором можно легко запутаться. Крепление микрофонов также становится проблемой. Проработка всех нюансов – залог успеха каждого представления. И работоспособность детей для взрослых порой становится примером для подражания. Они такие молодцы. Вот нам надо у детей учиться, потому что, несмотря ни на что, у них такое желание вот работать, показать себя, чтобы на них посмотрели, чтобы они выступили, потому что они артисты. Новогодняя программа стартует уже завтра. Будут хороводы вокруг елки, песни, танцы и множество других сюрпризов, которые придутся по душе как детям, так и взрослым. Елена Хромова, Александр Поздняков, Ольга Кириллова, «Область новостей».